Триумфальная площадь порадовала археологов новыми находками. В начале лета здесь уже нашли остатки срубов Тверской и Ямской слободы 17 и 18 веков. Сейчас ученые раскопали множество предметов быта, живших там людей. И если история помнит только важные события, то такие находки позволяют понять, как выглядела повседневная жизнь москвичей того времени. Остались очень интересные заглубленные объекты, погреба, колодец, столбовые ямы и так далее, которые очень интересны с археологической точки зрения, потому что именно в заглубленных объектах, как правило, материал не перемешивается и относится именно к тому периоду, который мы изучаем. В Тверской и Ямской слободе жили ямщики. Поэтому многие найденные предметы связаны с их ремеслом. Это конская упряжь, подковы. Из предметов быта – печные изразцы, железные ключи, ножи, детали сундуков, туиски для сыпучих материалов. Возможно, на территории слободы находились и мануфактуры. Это следы косторезного производства. Из них чаще всего это кости животных. Вырезали часть кости прямую, дальше ее распрямляли. И из этих фрагментов, то есть из этой кости, могли сделать пуговички, могли вырезать ручки для ложечек, для могли гребни костяные делать. Археологи планируют закончить раскопки к концу года. А потом московские власти приступят к строительству на этом месте подземной парковки для гостиницы «Пекин». Анна Говорова, Сергей Казанда, Борис Сивалкин, Инфокс.